deserve a dime. Сердце два последних и привет. И не беда, что мне так мало лет. Мне все уже не важно, я капитан отважный самых сухопутных кораблей. Среди асфальтовых морей, люминесценции огней, я сам не свой, вообще ничей. Я плыву куда-то вдаль, меня ведет моя печаль. Мне ничего уже не жаль, ведь мне всего лишь больше нечего терять. Моя мечта ушла куда-то за гремящие моря. Волны и швыряют в меня соль, волны ненависти, что рождают боль. Но мне уже не страшно, ветра сорвали башню и поломали мачты кораблей. Среди асфальтовых морей, люминесценции огней, я видел смерть, мечтал о ней. Я плыву куда-то вдаль, меня ведет ее печаль. Мне ничего уже не жаль, ведь мне всего лишь больше нечего терять. Моя мечта ушла куда-то за гремящие моря. И не достать, мне остается только плакать, 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 мне. Так, нет, я думаю, музыки достаточно уже, потому что стадия драфта в самом разгаре, и мы возвращаемся в прямой эфир. Сейчас у нас предстоит игра между командами Эфир и команды, как же у них называется, не указали ни одна, ни вторая команда название. Вторая команда у нас называется «Серый на Мерседесе». Хорошее, веселое название. Посмотрим, как ребята себя покажут. Потому что статистика на Старладере у них вроде неплохая. Точнее, старт на Старладере неплохой. 15-3, ребят. Итак, стадия драфта у нас уже, в принципе, скоро закончится. Я сейчас по-быстрому пробегусь по пикам, по банам. Итак, начну с команды «Серый» на Мерседесе. Баны — это Undying, КСФ, Тракса и Феникс. А вот ребята из Фир в этот раз все-таки забанили Хускарика. Наверное, после предыдущей игры Хускар сделал свое дело, да, и теперь команда как-то его остерегается. Итак, баны от команды Фир — это Селедка, это Виктор Виверна, это Хускар и это Виндер Рейнджер.
По поводу пиков. Пикнула у нас команда Фир Визажа, Дума Лича и Враскинга. От команды Серой на Мерседесе это Дазл Таск, Бала и Герокоптер. Так, мы ждем Давида. Давид сейчас прям секунду на секунду должен подключиться к эфиру, я думаю. Давид, где же ты? Парень, мне так сложно без тебя. Я здесь, но, к сожалению, я не могу зайти в Доту. Почему? У меня пишет то, что Steam клиент не найден, собственно. Попробуй пить. Скачал торрент, называется. Ну что же ты делаешь? Вот они пираты, оказывается. Да. Замечательно. Тем временем два последних бана от обеих команд. От Фира залетел Dark Seer и от, как же назвать-то, SM, давай вот будем называть команды SM. И от команды SM залетает Акаша. Ждем последних пиков. Что у нас здесь не хватает? У нас здесь не хватает мидера. Или если балла не пойдет на мид, как в 2012, да, то команде SM сейчас не хватает мидера. Посмотрим, кто у нас может зайти здесь. В принципе. Можно много всяких экспериментов проводить. И так и Вейрк у нас в бане, Акаша в бане. Собственно, все мета-герои у нас уже отлетели. Практически, да? Можно экспериментировать, можно Лину, можно... В принципе, опять же. А заходит Эмбер Спирит. Да, в принципе, сильный герой, тем более под пик он тоже достаточно хорошо заходит. Три милишных героя у нас от команды СМ. И Ланая... Ой, неужели? Это будет та Ланая, которую мы увидели вчера, наверное. В исполнении... Как же этого парня звали? Давид, как звали парня, который нарезал вчера? Да, это Мяуизи. Да. Это Мяуизи, конечно же. Все у нас... Последние подготовки идут перед стартом игры. Ребята разбирают своих героев. И мы начинаем. Все, тут уже закуп. Папич мечется туда-сюда, туда-сюда. Да, ну у нас Лич ливнул, походу, он не хочет играть. Ну что там у тебя, Давид, со стилом? Ну, я пытаюсь зайти, сейчас посмотрим. Я просто теперь боюсь зайти, мало ли. Да нет. Сгенерируется мой пароль. Сгенерируется. Не сгенерируется. А ты привязал, ты, кстати, ты привязал телефон? Да. Мобильный. Через мобильное приложение. Вроде бы да. Ну, у меня мобильное приложение есть, собственно, да, наверное. Да, смотри, очень прикольно сделали сейчас SteamGuard, и в плане, ну, увести аккаунт будет, наверное, в разы сложнее. О, у нас на карте появился лох, по крайней мере, об этом нам говорит кто-то из играющих. Все, команды собрались, все, стартуют, поехали. Нет, я зашел. Это хорошо. Команда SM сразу рванули у нас по топу. Направляются они, наверное. Либо посмотрим, что у нас. Смоки есть у кого-нибудь? Смоков у нас ни у кого нету. Ну, значит, это будет ровно, скорее всего. Или они в наглую пойдут без смоков, без всего в лес. Да. Вон стратегическая полоска. Заходим, парни, говорит кто-то там у нас. Кто у нас синенький? Синенький у нас Дазл. А, нет, у нас да, Дазл. Ой, сейчас походу команда, кстати, встретится. Нет, не встретится, развернулись. Ну а что там, варды, там спауны поблочь, чё как, не? Есть у нас первый вард, залетает. Отвода уже будет сделать сложнее. Его спину заходит, хорошо, шартами прикрыл. Начинается, ой. Ланая сейчас здесь умрет. Ланая спряталась, кстати, Ланая пришлось скачать. Но Папич уезжает, это ФБ, и за Ланаей погнали. Сейчас еще и Ланаю. Мяуизи спрятал, сидит в инвизе, Дазл подхиливает и тем самым отправляет Ланаю также в таверну. Верхнюю руну, кстати, обе руны сейчас заберет команда SM. Бал у нас забирает спокойно нижнюю руну, у нас Дум никакой агрессии не проявил. И верхнюю руну, кто у нас верхнюю забрал? Верхнюю у нас забрал Эмбер, ну логично, в принципе. Итак, ты загрузился, нет? Познакомим ребят наших. Сейчас еще, ну вот сейчас на данный момент загрузка идет, меня загрузили. Спустя неделю.
Присоединяюсь. Да, не то слово. Да хорошо, что вообще вошел. Я уже думал, все, потрачено. Хорошо, теперь осталось только выйти. Потрачено. Нет, мы таких вещей не прощаем. Мы комментируем даже, если бы, я не знаю, у нас пурга была бы лютая, не знаю, сметала всех и вся, мы бы все равно комментировали. Так, отлично, я... Немножко смотри, он сейчас немножко, кстати, ты зашел, да, ты видишь? Да. Ты видишь, что происходит? На Сэмбер немножко звонит, Чеслана начинает в соло. Овнить, даже так. Так, посмотрим, что у нас по крипам. Сразу Эмбер даун пошел хорошо, активно 4 крипа имеет, но пока имеет одного крипа. Немножко не подпускает. Я смотрю, многое произошло, да? За тот, да, момент, да, тут минус 2 сделали. Посмотри, да, подожди, как ловит. Смотри, лич стики прожал, побежал. Ой-ой-ой, умирает лич. Конечно. И Папич тут отхватывает, на самом деле. Папич по лицу гирокоптер вылезает. Ну он сейчас умрет. Зачем? Зачем? Вот, кстати, вот этот мув был непонятный. А, подожди, у нас Спейс сейчас забирает все-таки гиро. Но не может, он может сейчас поплатиться за это шардами хорошо. Да, он не уйдет. И здесь не уйдет, безусловно. Три в одного размена. Неприятно. Мне кажется, этот размен здесь немножко неправильный. Внизу там тоже немножко агрессии, да? Дум подожигает землю, потому что... Баланар начинает... Йогис. Йогис поджигает землю, потому что Баланар начинает наглеть. Ходить по лицу пробивать. Луна и ботл прилетел. Луна хоть потихонечку фармить начала, 7 крипов имеет, а у нас у Эмбера 11 крипов. Эмбер побежал рунку забирать. Ой, тут руна регена лежит, прям кайф. Сидишь и наслаждаешься такой. А тебя регенит. Опа, втягиваешь, да? На расслабоне. Ну да. Как кальян. И сразу он видит, что Эмбер пошел. Да, агрессирует. Агрессия. Ой-ой-ой. Ой, а курьер. Курочка. Куру, ты чего пускаешь? Ты что, филишь курьера? Она так ребята, посмотрела. Ребята, не пускайте кур, успокойтесь, еще все в порядке. Этот милый ослик огляделся по сторонам и ушел домой. А, он ждет. А, он бутылку. Ну, отправьте, ребята. Курьер должен идти. И он идет. Курьер must go. Иди. Беги, что происходит наверху? Беги, курьер, беги. Ты видел, что происходило наверху, пока мы смотрели за курьером? Я так понимаю, то, что ребята залезли под вышку и забрали душу Висаги. Капитан на Дазле 5.02. Дазл, ух ты, ничего себе! Посмотри, да, все практически фраги забирал Дазл. Натори, 5-0-2, хорошо старается. Играет. Саппорт хорошо играет, Натори. Прям замечательно. Ну, особо много ума не надо, если ты просто забиваешь. Кнопки нажимай. Опять небольшая агрессия у нас. А Эмбер подвязал. И чё, меня увезли сейчас? Чё, в таверну? Ну зачем так наглеть? Ты видишь, что, блин, чувак достаточно агрессивно играет. У него и ботл полный, и все такое. Он подошел, тебя связал, землю поджег тоже. Ребятам нужно потерпеть. Нужен масс-замес, нужно потерпеть. Опять, посмотри, снова Тимба снова умирает. Папичу забрали. Да, на самом деле офигенная страта. АФК, ГГ. Ну, ребята начинают гореть, как я понимаю. Я думаю, сейчас стоит сосредоточиться. Че, ГГ написали? Че, реально? Папич ливнул? Да, Папич вышел. Ну, что происходит? Ребята, что за игра? Давайте посерьезнее относиться немножко к играм, все-таки турнир играем, нет? Ну вот я подобных мув вообще никогда не понимал. Как бы ты начал играть, да, там сгорел, ну доигрывай до конца эту игру, все. Конечно, да. Неприятно, конечно. Ну, было. Ситуация неприятная. Я думаю, не для противников, не для игроков команды Фила. Да, для противников что? Противники там по-любому сейчас. Да, понятное дело, что они ликуют, да, они проходят следующий раунд. Команда Фир, к сожалению, на этом останавливает свое участие в турнире за 200 баксов. 200 баксов, чувак? Да я на 200 баксов мискаря куплю и в Магнаке похаваю. Да, неплохо было бы. Вот. Тоже не отказался. На Твискаря и Макдак. Да, ты знаешь, что Твискаря и в Макдака. Найс. Да, поэтому я думаю, на сегодня. Ну что сказать? Замечательная игра у нас была. Да ну что сказать?
Устроены накатки. Я тебе так скажу. Пойдем, я тебе объясню. Пойдем, я тебе папочки объясню. Да, я понял тебя. Нет, вообще предложение достаточно хорошее. Согласен, только давай сначала разберемся с моей проблемой. С твоей проблемой? Ой, подожди, у меня что-то это, короче, залагало здесь все. Давай, это я пошел. Ну да, как вот так вот обычно бывает. Хорошо. Всем доброй ночи, друзья, если нас кто-то спасибо. Еще спасибо, да, всем, кто нас смотрел. Да, желаем удачи, залетайте, смотрите. Дальше будет круче. Всем пока.